Наше краеведение продолжается. Всем здравствуйте. Вот сегодня наши пути дорожки завели нас в клуб Вилдхарт. Это Егорьевск. Значит, в этом клубе выступают интереснейшие команды, такие как Дистемпер, Пурген, клан Ломоносова приезжал вот недавно. Мы хотели сюда попасть внутрь, поговорить с администрацией, может быть, сделать деловое предложение, но, к сожалению, все было закрыто, поэтому, может быть, еще увидимся с этими ребятами. Вилдхарт, Егорьевск. Хочется обратить ваше внимание, что утки здесь тоже плавают. Это хороший знак.